Добрый день, мои дорогие подписчики. И заключительный момент. Вторая посылка еще не готова, поэтому вы примите активное участие. Я должна взвесить, она уже полная. На всякий случай сейчас ее взвешу, чтобы знать, что убирать, а что нет. Взвесила. Честно сказать, чуть не обкакалась, такая тяжесть. 42 паунда. Предел 44. Таня советует 40. Говорит, после 40 начинает уже добавки идти подороже. Ну, как получится? Как получится? Начала упаковывать курточку. Еще скелетики у меня на подходе. Ну, вес не критический. Это уже хорошо. Данилка еще не лег спать. Я уже начала, видите, курточку утрамбовывать. Вешалки даже приготовила, но они тяжеленные, конечно. Тяжеленные. Итак, хотя бы упакую один мешок. Тут говорили, зачем я купила шорты. Вот Аня носит шорты, она не любит бриджи. И брюки узкие не любит. Сказала, я очень комфортно ей в шортах. Все лето, живет же она в Сочи. Поэтому шорты. Курточка моя вот эта блестящая, серебряная. Что-то без рукавку я пока еще оставила. Также вот тут и горки. Белая рубашка. И зять вот я купила. И видите, Дэнни вот такие же купила. Мне очень понравились. Они на баечке. Очень удобные. Это зятю, хотя Данилка определил, что и горки. А может, и горка уже дорастет. Я теперь выложу, что мне надо упаковать посылку. Так, игрушечки, кушечки. Джинсы не буду. Сумки дамские, тяжеленные. Футболки. Так, мы начнем, как говорится, со дна. Поставлю-ка я вас в другое место. Ну, здесь будет дело повеселее. Так. Все это лишний вес. Так, тут конфеты. Конфеты, точно. Конфеты. Шелучек. Так, ладно, я пока займусь. Здесь у меня уже два пакета вот таких, отжатых, как говорится, упаковано. Сейчас мы выровняем боковую часть и приступим к мешочку. Я хочу, чтобы успеть Данилку привлечь, пока он не лег спать. Что у меня тут из одежды осталось? Смотрю же. Так.
хорошая футболка. Так. Это что? Это туда, это сюда. Сейчас я позапихаю. Сначала новенькое все. Сначала попытаемся мы новенькое. Джинсы. Джинсы лучше, наверное, свернуть. Дэнни, он говорит, зачем так много пакет накладываешь? Но он прав. Зачем? Чтобы побольше уместилось. Вот эту серебряную курточку я отправляю. Без рукавку что-то еще пока оставила. Без рукавки я еще помнила, что я ее одевала в прошлом году. Так уж много тут входит, но мне главное упаковать. И Данилку попросить отжать. Упаковщица. Что-то мне кажется, мешок меньше. Вроде должны быть одинаковые. Может, и меньше, правда? Сначала новенькое все, а потом уже будет старенькое размещать. Наверное, все, знаете. Опять не закроется, я буду возвращаться. Все, пойду Данилку звать. Упаковать главное пакет. Всю ночь, говорит, работала. У меня вот отдыхала, а все равно спина-то побаливает. Ну, вот здесь курточка и все остальное. Видите? Все уместилось. Love you, baby. Love you too. Happy anniversary. Your birthday first. Yeah, screw my birthday. It's all gone. But Daniel, this short for woman or man? Either.
It's woman's cut. That's why it don't suit me. It's a woman's large. They sent me the wrong shirt. But very pretty. It's too small. I'm probably gonna send. It's too small. It was ordered for me. You want? I send it. Yeah, send it. He's working from where? Give it to his girlfriend. Заказывал Данилка. Я думаю, что собачница хотел подарить. Ну, выслали китайцы, знаете как? Маленькую совсем. Я и думаю, что большая разница между женскими и мужскими сейчас. Вот лежать. Так вот мы сейчас тут натолкаем с боков. Только футболок новые, но они такие тематические, знаете, куда я в них? Сейчас я всем забыла. Паука же надо не раздавить. Ай-яй-яй. Вот мне задание, которое дал. Паука! Может, я тут рыбку и маленького паучка, всех вместе их. Сломаются когти у паука. Продолжаю упаковывать, короче. Хотите верьте, хотите нет. Все упаковала. Так, 42 паунда будет сумка. Сейчас закрою сверху, запечатаю и следующие выходные увезу в среду. Такая полная посылка. Осталось ее, значит, лентой умотать и написать адрес и отвезти в среду. Также знаю, что это видео выйдет в Дэниела день рождения. Хочу вам показать, какие духи я ему подарила. Hugo Dark Blue. А могу сказать, что ему до фени, до духов, одеколонов, парфюмов. Но он знает, что я люблю и часто... Утром брызгается. Я действительно получаю удовольствие.